Доброго времени суток, господа, товарищи танкисты. Приветствую вас на игровом канале Восход. С вами я, Михаил. И сегодня мы будем кататься на объекте 268. ПТ-шка советская, 10 уровня. Вот. Ну и без дальнейших предисловий, собственно, бросаемся на арбазуры, там, понимаешь ли, на окопы, укрепления, доты, дзоты и все остальные прелести рандома. Ну что же, первый же бой меня радует, да. 8-9 в составе, плюс по одному светлячку. Шанс на успех у нас 30%. Это говорит о чем? Совершенно верно, о том, что вся команда нахер сольется. Это меня не радует, друзья. Вообще рандом, там такой рандом. Просто ужас. Вчера играл, 9 поражений подряд было, представляете? Последний я уже был вообще на таком нерве, оно просто мат-перемат. Кошмар. Сделал 7 фрагов, чутка не дотянул до Ролли Олтерса. Вот тоже на 2-6-8. И все равно слили, представляете? Это нечто, друзья. В общем, еду я в город. ТТХам нашим я совершенно не доверяю это дело, поэтому сам поеду в город. Они ТТХи, кстати, и не поехали, да? А, ну вон. Пятерка, семерка вроде как соизволили. Ну-ну. Конечно, ужас. Ужас, летящий на крыльях ночи. Ну ладно, не будем о плохом, давайте о хорошем. Хороший у нас ПТХ. ПТХ хороший, мобильный. Маневренный. Сейчас попробуем кого-нибудь закиранить. X30. Ну, как-то я смотрю, у них в основном, да? Да. Все, тут фланг уже просрали. Молодцы. Молодцы, возьмите с полки пирожок. Вы просто сделали мой день. Другому не скажешь. Здесь ни хера никого нету. Тут только МХ-30 где-то на середине светился. По идее семерка. А не, семерка он с той стороны. Ну тогда кто здесь? 215-й только. С СТ-шками, если. Он подтянул семерка наша. Можем попробовать как-то уже продавливать это дело, я не знаю. Давайте трубой просветим. Но нет никого. Вот он, МХ-30. А вот и не пробил, а вот и не пробил. Бугага, бугага, сейчас мне торты прилетит, ёпте. Сейчас он будет выдвигаться, не? Не пробил, слушайте. Вот так вот. Шикарно. Первый фраг. Одного успокоили. Так, тут еще 30-ка где-то должна быть. О, какая цель жирная. Ха-ха, здорово. Ну, без сведения стрелял на самом деле. Просто тупо. Тупо промахнулся. Сейчас мы во флюк. Ух, ух.
Ух, как меня порадовал 261-то. Да, боюсь, что наша база сейчас уже будет захватываться. Их там гораздо больше, вон я уже вижу, сетышки летят в круг. Это, конечно, печально. Это уже проигрыш. Еще и орудие повредил. Ну вообще совести нет. Ну, конечно, я не попадаю. Практически нереально. Со сломанным орудием. Ну, такой печальный бой, друзья. 2000 домашки. Один фраг. И поехало ведь на тот фланг много народу. Ну зачем туда так врываться-то? Кошмар. Просто кошмар. Вон, посмотрите, пятеро с нулем. Пятеро, друзья. Считайте все СТшки плюс... там десятка ведь. Да. С нулем. Еще одна десятка с нулем. Ну и что, и какой вы хотите победу или еще что, если так люди сливаются? Ну это жестоко, конечно. Поехали дальше. А если в следующем бою мне повезет больше? Ну, определенное. Можно сказать, что... команда лучше попалась, да? Если не считать троих топов. 45, 46, 47%. Прям как, ребятки, на подбор. Вот, они сливают. И все. И у противника достаточное преимущество, чтобы нас обыграть. Ах, жесть. Хороший вопрос, куда здесь поехать. Наверное, здесь по центру осталось. Потому что не вижу я здесь возможности для поездки куда-либо еще. Правый фланг я плохо знаю. Его изменили. Я ездил буквально один раз, и то на СТ. Налево, на ПТ. Да еще и на этой, как бы, особо смысла нету. Да и поехал туда он аж четверо. О, у нас еще двое спят. Шикарно. Не, уже один проснулся. Так. Ник. Мы не успели, к сожалению. К сожалению. День рождения. Только раз. Готов. Ладно. Давайте-то переберемся немного поближе. Куда-нибудь вот сюда вот, например. Вау. 62-й, да ты чё? Слушайте, тут неудобно. Выглянешь, товарищ? Товарищ, выглянешь, нет? О, там не один товарищ. Выглядывай. Ну, не стесняйся, покажи личико. Ух, ептель. Пусть не мне, но он показал. Так, 90-ку вырываешься? Друг. Нет, не врывается. Ну, блин, так неинтересно, Что
Что у вас за ногу, короче? Там веселуха без нас будет проходить, короче. Опа, мы в свете. Опа, 5-4, опа. Пятьдесят Б. Я в свете, цук. А, этот дебил, он еще и слиц умудрился. Малаурик. Там теперь хуево куча СТ-шек. Ну, убили. Бат меня как-то попал. Сказочник, мать его. Ну, хоть кому-то домашку мы кинули, это радует. Снова мы в свете. Кидает в меня ПТ-образное говно. Откуда-то издалека, да? Но благо хоть арта не достает. Больно! Мне, по всей видимости, придется меня отсюда свалить. В противном случае меня так он расстреляет. На базу выезжать-то я не буду. Ну, 50 Б. Лёва. Так, ну это там никто не высовывается. Давайте попробуем Лёву. А еще, блин. Вот же ж. Че, серьезно? Блять, я в свете. Как-то прямо нас пытается всех убить, я смотрю. Да? Пять четыре. Подожди меня, не спеши. Блин, ну так это нечестно. Может, дернешься куда-нибудь? Лево, право, право, лево, не? Черт. Собаки злые. Одним словом. Мне уж пострелять не дает, а? Кстати, вон она, это ПТ. Она, кстати, может быть и не этой ПТ. Тут, конечно, сейчас опасно сделаю. Ух ты ж, Фоч, а! Леопард, голдой Фоч. Меня покарали за домашку эту. Ну, про Фочат я догадывался, что он, возможно, мне успеет вкинуть. Хотя я надеялся, что он уже сменил позицию на какую-нибудь другую, да? Ну, обидно, на самом деле, обидно. Можно было и лучше. Зря нам так сунулся. Семерка вот совершенно зря полезла вперед настолько. Ну, решил мой подвиг повторить, наверное.
Ну, там леопард, голдострел. Уж на леопарде-то голдой, ладно тебе, брось. Там и ББХи нормальные, там, по-моему, даже не ББХи, а эти подкалибры. Вполне себе уж ёт хоть кого. Наверняка решил. Ну, возможно. Арта, ты уж теперь не стой, ё-моё. 3 хп снял. Герой. Герой. Эх. И одинокий, одинокая яга ползет. Ползет. Ну что, друзья, это проигрыш. Это проигрыш. Куда ж ты поехал, ты бедолага? Арту ищешь? Так она ж давным-давно переехала. Кстати, Арту вообще не было видно, честно говоря. Может, она вообще и как бы спит. Хрен ее знает. Уж как-то я не видел, чтобы она кидала хоть по кому-то. Нам уж это мне просто так повезло. Моему флангу. До конца боя 5 минут. Давай, Ига, они тебе все на выстрел. Эх, не успел. Успел. Молодец, забирай 44. Шустрого ты, гад, закружил. Во! Анчпох! Готов. А он фочит скотина. Выбрал момент. Мерзавец. А вот арта. Бах. Эх, не успела яга чпокнуть там. Ну тут успеешь, блин. Обидно, обидно, друзья. Два поражения подряд. И ничего с этим не подделаешь. Ну что, рвемся снова в бой. Снова в путь. Что мы там где-то в серединке. Фу. Фу, смотрите, отвратительно даже. Фу, такими быть. 1500 на ПТ 10 уровня. Ужас. Ну вот, наконец, нормальная, более-менее нормальная карта, Вестфилд. Куда здесь теперь на ПТ, я не особо предполагаю, особенно с этой стороны. Тем не менее, хотя бы так. Здесь все теперь в холмах, в буграх. По прямой нигде ничего не простреливается, блин. Я, честно говоря, без понятия, куда мне тут податься. Как-то я с той стороны уже более-менее освоил это, но эти новые изыски разработчиков, да? Их ландшафтных дизайнеров, мать их. А
вот с этой стороны я еще не пробовал. Ну давайте стяжиками как-то. Е4 едет, у него башня хоть крутится. У него хоть башня есть, ёпта. А что мы будем делать? Вопрос хороший. Если у нас попадет какой-нибудь конкуэр, нам не то что мало, а вообще мало не покажется. Мы будем надеяться на общую косоглазость. Вот ты друг. Отлично, разгоняемся. О, малори, наши друзья попали. Ой, какие жирные там гуси сидят. Гуси-лебеди. Хорош, хорош. Во, обиделся, стреляет. Все, Фоч уезжает, он все понял. Понял, что здесь лучше не-не. Иначе будет плохо. Так, ну вылазить без засвета того товарища опасно. Так что я, пожалуй, потерплю. Ух, Е4. Вот это нашего там одарили. Че ИС-8? Думаешь, там кто-нибудь засветится, да? Ну, жди, друг, жди. Я вот тоже жду. Когда же там кто-нибудь засветится? Все. Кончился у нас Е4. Они, походу, пошли в наступление, да? На самом деле, это неплохо. Во-первых, они под нашу арту выползают, это раз. Во-вторых, они уже как бы вот сюда вот если проедут, уже и под меня выползут. Вон, еще получил. Так, вот, восьмерка спалит, спалила. Слушайте, блин, друзья, я его не пробил, или там рикошет, или еще какая-то херня, я так и не понял, друзья. Но итог один, меня накернили, а я нет. Да что ты будешь делать? Не смог я нормально прицелиться. Ну и здесь тоже надо свестись, собственно. А я-то так. Воу-в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 оу. Сотка, сотка, сотка. Фу-фу-фу, такими быть. Один есть. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. И меня сейчас конкер. Ух ты ж, Фош. Иди в задницу. Не до Фош. Так, а та ПТХ, она вон вниз спустилась, да? Хорошо. Еще конкер целый. Но здесь больше никто вроде не стоял. Сейчас попробуем Фоча чпокнуть. Второй фраг. Чпокнули. Главное, чтобы не арта.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы развернулись. Есть контакт. Третий готов. 121. Фу-фу-фу. Я его не вижу. Конечно, есть, но я его не вижу. Наверное, он спустился вниз. Ага, там он сбоку простреливает ВЗ. Ох, Е5. Поспешил ты, друг. Черт, я не пробиваю его. Вот это, друзья, печально. Походу, не в борт снаряд ушел, а в башню. Мне, правда, пока везет на арту вражеская. Она, по-моему, не стреляет. По-видимому, занята чем-то другим, да? Но осталось нам, на самом-то деле, вот этот 121-го угробить. Вон он ползает. Ай, попал в какой-то комочек. Какой-то пиксель непонятный. Это может сейчас все плохо кончиться. Там, правда, вафля. Во, все. Финтрагер забрал. 21-го. Ну, конечно, обидно. Два раза мог попасть в него. И оба раза не срослось. Да чтоб тебе снова засветили, а? Я еще в свете. О! О, видали? На тебе, скотина! Четвертый фраг! Скотобаза откуда шмаляет, а? Вон он, засветили этого мерзавца. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сводись. Но нет. Не успел я свестись. Но еще есть конкуэр, который где-то здесь наверняка стоит. Сведение. Пятый. 5 фрагов, 3300 домашки. Хороший бой. Нормуль. Наконец-то победили. Это меня радует. Конечно, пару совершенно дурацких непопаданий было, но да ладно. Могло быть и лучше, могло быть и хуже. Отправляемся снова в бой. Ну что ж, друзья, карта Тихий берег. Шансы на победу меня радуют. Многоопытность команды меня тоже радует, в принципе. По крайней мере, слиться безбожно не должны. Так, ну и куда мы здесь отправимся? Ну, наверное, на ПТ-шечное место, да? Буквально по прямой до камушков. И там посмотрим разъезд. Как наши поедут, как противник поедут. Будет возможность, покидаем. Не будет возможности, отправимся уже, собственно, к противнику. Хотя надо делать с опаской. 2 бата, да. Плюс еще пару СТ-10. Могут и попытаться где-то прорваться. Так что надо быть настороже. Ну а так, едем на обычное место в кустике. А что здесь кустики убрали, а? Маркоманы. Какую-то хрень оставили.
Лишь бы жизнь затруднить, понимаешь ли. Фотообразно. Раньше были нормальные кусты. Знает какие-то. Я не знаю. Так, туда мы не повернемся. Ну чё, есть кто? Нет, какого? СТ стоят. Ёпта, блядь. ПТ-се изображают. Не, ну ребята, ну вы чё, серьезно, что ли? Чё, должен был успеть попасть? Серьезно. Кабат, выгляни. Выгляни в окошко. Нет, бат не выглядывает. Поехать 75-го убить. Нафиг. Т-49. Да чтоб тебя-то, а? Не попал я без сведения. Вот, а я зато подарок получил, торты. Здорово. Вот прям как я мечтал. Эх, печалюга. Так, здесь у них два бата, 140. Откончился. Больше никого не видно-то здесь было даже. Семерка там. Здесь 268 может быть, в принципе. По идее. Ну вон. ПТ-образный стоит. Уже не стоит, уже уезжает, чего и мне желает, да? В связи с засветом. Так, ну давайте хоть кого-нибудь накернем. Да чтоб тебя-то за ногу-то, а? Целых 52 дамага. Я крут. Я крут, как тот верблюд. Кэлом. Кэмэлом зовется он. Охренеть. 52 дамага. Вот это у меня бой будет мощный. Ну, все. Совсем меня всего. Захреначили. Нет, не успел я еще раз отъехать. Вся артиллерия супостата свелась на меня. Да, печальный бой. Не то направление. Не знаю. Был шанс надамажить 75-ку, но я как без сведений кинул. Не попал, не пробил. 52 хп, господи. Ладно, хоть радует, что команда победит. Ну, должна, по крайней мере, победить. Да? Да не, победят. Куда они денутся-то? Сейчас вот 49-й приедет, всех убьет. За батом гоняется. В принципе, тоже никого и не осталось, на самом деле. Вот он, негодяя покарали, который мне надамажил. Эх, печально, печально, друзья. 52 хп надо, господи. А я еще жаловался, когда у меня было 1500 дамага, что мало-мало. Ага, мало, да. Вот это я понимаю, мало.
какой 58-й злой-то, а? Все, сняли его. Ну, хотя бы победа. Хоть это меня радует. Ай, кошмар. Кошмар, слили. Боже ж ты мой, 52 дома. Да. Почему на последнем месте? Да, мы на последнем, можете меня поздравить. Я на самом последнем месте. Господи, кошмар какой. Ладно, давайте дальше. Ну, что-то он задумался, бедолага. Давай, 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 быстрей. Вот. Мураванка. 48%. Равные, равные шансы. На успех. Или же не успех. Четыре арты, еперный театр, это хреново. Куда я хотел ехать для того, как понял, что четыре арты, я туда уже не поеду. Смеш там живого, шкуру снимать. Блин, здесь нет таких, чтобы прям вот укрытий. Ну ладно, поеду все равно туда, куда хотел. Больше вариантов-то я не вижу при встречке, да? А вот это мне не нравится. Сотка, Е3. Нет, поеду в лес. Поеду, друзья, в лес, потому что то, что сейчас они делают, это плохо. Ни один из топов не поехал туда, кроме вафли. А вафли-то мало. О, отлично, 90-тик кончился, шикарно. Правильно, так и надо. У нас 4 арты, а свет лопается. Молодцы. Еще один. Ну этот-то хрен бы с ним. Да, конечно. Хотел бы я бы знать, куда я ему попал. Неужели в башню снаряд ушел? Идите колотить, а? Вот печалька-то. Пробил в башню 62-го, это меня, конечно, порадовало. Может, его сейчас доберут. Отлично, хоть что-то сравняли. Правда, у нас светляки умерли, а у них десятки. О, арта возбудилась. Так, здесь еще 215, СТ-1, 62-й, не лезь, один-то. Еб твою мать за ногу. Обалдеть, ФВ-215, оказывается, с этой стороны стоял. А я думал, он с той стороны, за этим... За отвалом земляным, за горкой, в общем. Я в шоке. Сейчас попробуем с этой один накинуть. Яга. Спасибо тебе, Яга. Ты очень добрая сегодня, Яга. Ну что, неплохо мы их так тут примастили-то. Все, валить отсюда надо нахрен. Ну там як ПЗЕ-100. Мне с ним встречаться тут вообще не хочу никак. 90-тик светит, гад. Ух, вот я же говорю, яга там. Но наши, правда, базу берут.
совершенно не зря делают при четырех живых-то артах. Счет равный. Пока что равные 90-ки. Сейчас попробуем снять. Если, конечно, прострелим. Какая цель? Пробили. Мы же не в свете. Да и не должны быть. По идее. Вот он, 90-ик. Чпукнули 90-ик, это хорошо. Вау. Ладно, у нас есть 50Б. У нас нету 50. Ну, в принципе, пофигу, сейчас базу уже возьмут. Ну, неплохо сюда, неплохо. Фланг мы продавили. На самом-то деле продавили. Что позволило нашим встать в круг. Заход и просто взять базу. Ну, и постреляли, и повоевали, и выиграли. Что еще от жизни надо? Конечно, хотелось бы полностью уничтожить, но тем не менее, у меня даже он больше всех в домашке. Странно, оказывается, мой какой-то выстрел невидимый достиг результата. Это интересно кому. А, ну 50Б был, весь 15-й был, СТ был, 62-й был. Это что же, я смотрю в книгу, вижу фигу, получается, да? Ладно. Учтем. Ну и поедем дальше. Поедем дальше. Наш нам последний бой будет. Life Ox 37%. Шанса на успех. Это, конечно, меня печалит. Серьезно так печалит. У нас Маус. Это круто. Ну, посмотрим. А, тут еще понять бы разъезд бы, кто куда поедет. Так, артиллерии нету. Мне, для меня, как для ПТ, это уже плюс. Так, ну и куда отправиться-то? Нам, по идее, надо на мост. На мост. Я надеюсь, что достаточное количество в город отправится. Потому что если в город отправится недостаточно, будет хреново. Так, ну Маус вроде как поехал. С ним еще восьмерки. Да, 103 тоже. Все, шикарно. Значит, рвем когти на мост. Тихо, замри. Не попал. Ну что ты будешь делать? Оно вот буквально вот, ну совсем вот. И не попал. Ну как так, а? И он все сейчас уедет. Уехал. Ну я так не играю. Ё-моё. Конечно, цель он маленькая, это да, но тем не менее. Так, мне надо с пригорка съехать, а то плюху получим. Ух ты, что 34. Да ёб твою-то за ногу-то.
Иди ж ты нахрен. Давай, высунься. Ишь ты, как они меня обложили-то, сволочи. Мы уже 0-2 совсем. Озвереть. У них там просто куча. Да что ж ты? А 50 Б еще самый продвинутый, его сюда кучи не видать. Он только засветился. Ой-я. Так, ну надо как-то встать, я не знаю, как-нибудь. Все это дело попахивает каким-то сливом серьезным. Ну, ё-моё, в эту хрень не попаду при всем желании своем. А тут, ну, вообще никак. Вот это другое дело. Фоч уже вряд ли сюда будет вылезать. Еще бы там и X бы чпокнуть. Не попал. А вылез он хорошо. О, Фоч ползет, скотина. Ты в меня хочешь? Ах ты собака. Ай, ёб твою-то за ногу, друзья. Ну это я просто поспешил. Я так сагрился на желание убить АМХа, что просто тупо не свился до конца. Да кто? Е50 попал мне по гусле. Не пробил. Хорошо. Ну это значит, друзья, мне каюк 50 бы едет целый, да? На тебе, сволочь. Пробить не можешь, амбиции. Весь барабан выпустил, два раза пробил. Ну это вообще, конечно, безобразие. Сыграл я. Ай, пропустил я этого. МХ-30 забрал у нашего там кого-то 34. И все стало плохо. Провалили мы мост. Просто провалили. Неудобная позиция. Еще попались одни какие-то башенные танки. Е-50, МХ-30. Еще их 50Б поддержал. Печально, блин, печально. Очень, друзья, печально. Дамаг у меня печальный. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Гусеница сбита. Движение невозможно. Ну что же, друзья, наверное, вот на этой печальной ноте мы и закончим сегодняшнее повествование. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки или дизлайки, комментировать видос. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем хорошего, удачи!